Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой очаровательный, нежный, ажурный джемпер из японского журнала. С рукавами 3/4, очень легким, простым узором, такой декоративной планкой. И рукавчики, кстати, связаны тоже этим узором. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же... Так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда, в моем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц, наши расчеты, расчет плотности, начнем с этого. Рассмотрим с вами схему внимательно. Будет у нас выкройка и мои подробные объяснения, сколько петель набирать, как распределить узор и так далее. И как всегда, будет составлено описание на 6 размеров. Я буду рассказывать, как мои петельки рассчитываются по выкройке. И, в общем-то, очень увлекательные, интересные описания всего этого процесса. Смотрите внимательно в конце видео, после того, как мы свяжем с вами образец. Итак, мои хорошие, начинаем с выбора пряжи. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Lemnim Wool. Считается норка. Состав имеет 10% акрила, 86%, и 10% у нее идет полиамида. 100 грамм 300 метров. Это было, значит, написано на сайте, где я покупала эту пряжу. Пряжу покупала в интернет-магазине «Рукоделие». Это китайская пряжа, очень хорошего, приятного качества. Хорошие скруточки, ниточка. Вязать очень мне понравилось из нее. И говорят, что после стирки она становится более лохматой и более нежной, более мягкой. Вот так выглядит у нас образец узора. Спицы номер 3,5 я использовала. И здесь у меня один раппорт. Значит, связан в ширину, полностью в ширину, да, то есть вот они будут чередоваться. И для симметрии вот эта ажурная дорожечка с правой стороны будет еще и с левой стороны. Я ее не вязала, показывала вам, девочки, целый раппорт, как выглядит. Вот такая красивая, декоративная идет у нас ажурная планочка в изделии, да. Ей же обвязывается вырез горловины. И, в общем-то, вот чередование вот этих элементов ажурной дорожки и вот этого красивого какого-то колокольчика, я бы его так назвала, да, ажурного. В общем-то, вот такой узор создает в целом. Очень приятное впечатление об этом джемпере. Я желаю вам, девочки, его связать. Сейчас я покажу вам схему узора. Схема узора выглядит вот таким образом. Смотрите, здесь сразу включена декоративная планка 10 рядов. Вот нижние, да, 10 рядов. Мы ее с вами свяжем. Она очень легко вяжется. У нее, значит, раппорт, да, 10 рядов и всего 2 петли. Понимаете, 2 петли в ширину этот узор. Очень простой и легкий узорчик. Далее идет основной узор ажурный. И скажу я вам честно, я его тоже условно делю, значит, на два элемента. Первый элемент, вот этот правый, вот он и слева есть симметрично, это ажурная дорожка, да, на 8 петельках. И, собственно, вот этот самый основной узор, я его так и называю, основной узор. Но наш раппорт будет включать в себя 8 петель ажурной дорожки и основной узор. И будет составлять 25 петель в ширину и высоту ажурный узор 16 рядов. Такая еще особенность есть, девочки. У рукав будет вязаться у нас только ажурной дорожкой, либо второй вариант я вам предлагаю тоже связать один раппорт полностью, вот такой, как у вас сейчас перед глазами он, да, вот так вот именно, будет идти по центру рукава, как бы, такой еще вариант возможен. И свое описание я буду строить именно таким образом, под видео выложу, как два варианта вам предлагаю на выбор. Можете выбирать и тот, и другой вариант. Оба варианты приемлемы и красивы. Да? Теперь, что касается выкройки. Сейчас показываю вам выкройка у нас. Вот такая будет выкройка. Не стала я брать японскую эту выкройку из журнала. Там, как правило, очень все запущено выглядит. Я там ничего по их японски не понимаю, да. Вот такая у нас выкройка. Это я слишком приблизила, не видно размеры. В общем, у нас будет использоваться 6 размеров. Первый размер 46-48, затем будет, значит, 50-52 и 54-56 размер. Но я рассказываю, как распределить петли и на маленький размер 42-44. При ширине спинки 47 сантиметров, девочки. Я там расчет прям в самом начале вам рассказываю, сколько и как набрать петель, сколько будет в узоре задействовано петелек. Так, как всегда, значит, в моем мастер-классе мы с вами и петельки распределяем и по горловине, и по плечу, и по пройме, и сколько, как всегда, петелек у нас приходится на ажурный узор, да, как сделать скос рукава, посчитать и так далее. Обратите внимание, у модели рукав 3/4. Да? Здесь я вот два варианта вам как бы разместила. Красной вот этой штрих-пунктирной линией. Это у меня отделение. Значит, укорачиваем рукав на 10 сантиметров. И вместо 60 – 50 сантиметров его длина общая вместе с окатом получается. И описание мое строится именно таким образом, что на 50 сантиметров. Но если вы хотите сделать полноценный рукав обычной длины, то, пожалуйста, перед вами выкройка для двух вариантов. Можете и так использовать. И, как всегда, мое описание. Вот так оно выглядит, да. Пряжу мы с вами обсудили. Плотность мы определяем в процессе вязания. Описание вязания у меня полностью. И узор мы связали, да. И все вот это попетельное описание. Почему такие цифры здесь применяются, я рассказываю в конце видео. Смотрите, это очень важная информация. Для чего применяем мы вертикальную плотность, зачем вообще ее считаем, да, как ею пользоваться, тоже я рассказываю в конце видео. Ну и все попетельное тоже я, в принципе, вам рассказываю. И вот про рукав я вам сказала, да, первый вариант, когда мы на 41 петельке распределяем узор, да, с применением декоративной планки, да. И второй вариант, когда у нас идет с вами применяется ажурная дорожка. В этом случае я вам показываю сейчас схему. Она вот так выглядит. Схема ажурной дорожки. Смотрите, я ее просто выделила из узора, да. Я хочу вам пояснить, что раппорт ее составляет 7 петель. и 4 ряда в высоту этой ажурной дорожки. И мы ее с вами в процессе тоже вяжем, поэтому я не думаю, что она вызовет у вас какие-то сложности, да. И одна петля всегда делается для симметрии, то есть в рукавчике вам надо будет 8-ю эту изнаночную с левой стороны добавить. Вот. И, в общем, я не думаю, что у вас какие-то возникнут сложности. Так, ну и вот опять я возвращаюсь в описание наше. Собираем мы, как обычно, способом, сшиваем все детали и на круговых спицах номер 3 можно взять поменьше, на полразмера, вяжем с вами декоративную планку. Так же, как мы вяжем с вами ее по спинке и по переду. Да, декоративная нижняя планка. Это то же самое будет наверху использоваться. Так, в общем, вот таким образом я вам все рассказала. Общий расход пряжи, наверное, не сказала. 500-600 грамм, девочки, пряжа будет общий расход в зависимости от размера. А сейчас давайте приступим к вязанию. Для вязания образца набираем 28 петель. Первый ряд декоративного нашего, на декоративной планочке, это все лицевые петельки. Просто лицевой ряд вяжем. До конца ряда. Второй ряд вяжем тоже лицевыми петельками. Третий ряд нашей декоративной планки начинается с того, что мы будем с вами сейчас менять. Первую давайте провяжем просто лицевой. Здесь, собственно, так можно. И следующие 2 петли меняем местами, так чтобы первая оказалась за работой, а вторая на нее накидывалась сверху. И будем вязать как лицевая, лицевая. Следующее то же самое. Опять их перекрещиваем. Первая за работой, вторая поверх нее накидывается. Вяжем лицевая, лицевая. И так до конца ряда. Да? Первая за работой, вторая перед работой, вяжем 2 лицевые. Перекрещиваем до конца ряда. 4-й ряд вяжется лицевыми петлями. Полностью лицевые петельки. Вяжем до конца ряда. Так, 5-й ряд у нас вяжется. Смотрите, 5-й ряд у нас будет вязаться как накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Да? То есть делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом. Опять накид. И у меня, видите, приходится менять петельки местами. Если вы классическим способом вяжете, то вам будет, наверное, проще. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В общем, девочки, так до конца ряда. Продолжаем. 6-й ряд вяжем изнаночными петельками. Все петли изнаночные, в том числе накиды. Вяжем до конца ряда. Так, у нас с вами 7-й ряд. И мы будем вязать с вами следующим образом. Значит, первая кромочная и вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. До конца ряда вяжем. Я бабушкины петельки вяжу. И у меня получается, что я за заднюю стеночку лицевые вяжу, да? Поэтому мне вот сейчас удобно было, а в предыдущем лицевом ряду, да, мне приходилось переставлять петельки местами. Так, связали. и делаем накид, кромочную вяжем изнаночной. Связали. И смотрите, значит, 8-й ряд у нас по схеме снова идет лицевой ряд. 8-й ряд у нас лицевой, в том числе и накиды провязываем лицевыми. Вот такая интересная декоративная планочка была придумана японскими мастерицами. И 9-й ряд у нас с вами вяжется следующим образом. Первая снова будет лицевая. И далее мы опять меняем петельки местами, перекрещиваем, первая за работой, вторая перед работой, вяжем лицевая, лицевая и так далее до конца. То есть мы перекрещиваем петельки, 2 петли направо, это так называется, да? Перекрестить 2 петли лицевыми направо. Вот мы этим и занимаемся весь ряд. Вяжем до конца ряда. 10-й ряд у нас все петли лицевые вяжутся. 2 петельки до конца ряда вяжем лицевыми. Глянь, не хочет. Так. Продолжаем. Так, а теперь у нас с вами будет вязаться раппорт узора. Начинаем с первого ряда раппорт узора. Декоративная планка на этом заканчивается. И сразу начинается первый ряд узора. 25 петель раппорт и высоту. Это 16 рядов. Начинаем первый ряд. Значит, у нас идет с вами первая изнаночная. Затем 2 петли мы перекрещиваем с вами направо. Меняем местами, да, как мы это уже делали с вами. И вяжем их как лицевая, лицевая. Затем вяжется накид. 2 вместе изнаночной. Вот таким образом. И опять перекрещиваем 2 петли лицевые направо. Меняем их местами. Да? Далее идет изнаночная и начинается наш ажурный основной узор. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше идут петельки лицевые. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их 7. Вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Влево и 1 изнаночная за раппортом, ну как бы для симметрии я ее беру, хотя так. И значит, второй ряд у нас мы будем вязать, как смотрят петли, накиды вяжутся у нас изнаночными петельками. 3-й ряд мы вяжем, здесь у нас вот эта ажурная дорожка будет повторяться. 3-й ряд ажурной дорожки будет сейчас показывать, потом не буду больше показывать. Вяжем, как всегда, изнаночная, перекрещиваем 2 петли лицевыми направо, вяжем как лицевая, лицевая, и вяжем 2 вместе изнаночной, накид, и снова перекрещиваем 2 лицевые петли направо, вяжем как лицевая, лицевая, да? Изнаночная. И далее основной узор идет. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 4 ряд вяжем, как смотрят петли, и в ажурной дорожке вяжем 2 лицевые петли. Там, где мы вязали накид, 2 вместе изнаночной над ними. Вяжем первый ряд ажурной дорожки. Значит, у нас идет с вами первая изнаночная, затем 2 петли мы перекрещиваем с вами направо, меняем местами, да, как мы это уже делали с вами, и вяжем их как лицевая, лицевая. Затем вяжется накид, 2 вместе изнаночной, вот таким образом, и опять перекрещиваем 2 петли лицевые направо, меняем их местами, да? Далее идет изнаночная, и начинается наш ажурный основной узор. Связали ажурную дорожку и вяжем 5 ряд основного узора. После изнаночной 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, и далее идет изнаночная для симметрии, кромочная, изнаночная. Так, теперь на 6-й ряд будем вязать, как смотрят петли, в нашей ажурной дорожке, там, где идет 2 вместе изнаночный накид, вяжутся лицевые петли, 2 лицевые петли над ними. Вяжем, как всегда, изнаночная, перекрещиваем 2 петли лицевыми направо, вяжем как лицевая, лицевая. И вяжем 2 вместе изнаночной, накид, и снова перекрещиваем 2 лицевые петли направо, вяжем как лицевая, лицевая, да, изнаночная, и далее основной узор идет. 7-й ряд после ажурной дорожки идет 7-й ряд ажурного узора. После изнаночной вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Как я это делаю? Я первую и вторую петельки меняю местами, таким образом, чтобы у меня первая оказалась за работой, а вторая поверх нее, да, вот так. И вяжу как 3 вместе лицевой. Видите, вторая оказалась у нас центральной. Далее вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и за раппортом изнаночные для симметрии, кромочные тоже изнаночные. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли, не забываем о том, что у нас с вами в ажурной дорожке нашей, там где вязали 2 вместе изнаночной и накид, вяжется в изнаночном ряду 2 лицевые петли. 9-й ряд вяжем 8 петель ажурной дорожки. Значит, у нас идет изнаночная, перекрещиваем 2 петли лицевые направо, вяжем лицевая, лицевая, накид делаем и вяжем 2 вместе изнаночной, опять перекрещиваем 2 петли направо, лицевая, лицевая вяжем, затем опять идет изнаночная, начинается ажурный узор наш основной, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 3 лицевые. И раппорт на этом заканчивается. Для симметрии изнаночная у нас. Кромочная тоже изнаночная. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. Не забываем, что в ажурной дорожке надо накидом и 2 вместе изнаночные вяжутся лицевые петельки. 11-й ряд у нас. Вяжем ажурную дорожку на 8 петельках. Первая идет изнаночная. Перекрещиваем 2 лицевые петли направо. Вяжем как лицевая, лицевая. Далее 2 вместе изнаночной. Накид. Опять перекрещиваем 2 лицевые направо. Меняю их местами. Это я уже говорила, да, вяжу как лицевая, лицевая. Далее идет изнаночная. Начинается наш ажурный узор. Вяжем 4 лицевые, накид, лицевая, еще один накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. А, еще изнаночной для симметрии. Да-да-да. Так, связали. Значит, у нас в 12 рядках смотрят петельки, да, и не забываем про то, что у нас с вами там, где идет изнаночная, вот здесь, да, где идет изнаночная, накид, вяжется 2 лицевые. 13-й ряд у нас ажурная дорожка начинается, как всегда. Вяжем изнаночная, 2 петли лицевые перекрещиваем направо, 1 лицевая, 2 тоже лицевая, и вяжем накид, 2 вместе изнаночной. Дальше опять перекрещиваем 2 лицевые направо, изнаночная, вяжем основной наш ажурный узор. Начинается он с 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 2 лицевые. 1, 2. Далее делаем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые 2 петли меняем местами, да, и получаем 3 вместе лицевой вяжем, центральная петля у нас выделилась. Далее 2 лицевые, накид и снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали полный раппорт. Изнаночная для симметрии, кромочная тоже у нас изнаночная вяжется. Дальше у нас с вами будет сейчас 14-й ряд. Вяжем, как смотрят петли. Не забываем в ажурной дорожке. 2 петли вот эти вяжутся у нас лицевыми. Накид и изнаночные 2 вместе, где было. 15-й ряд. Ажурная дорожка. Первая изнаночная. 2 петли перекрещиваем направо. Вяжем лицевая, лицевая. Далее у нас идут с вами 2 вместе изнаночной и накид. Снова перекрещиваем 2 лицевые направо, лицевая, лицевая вяжем. Далее идет изнаночная, начинается основной наш ажурный узорчик, первые 3 лицевые и далее идут изнаночные. Сейчас скажу их количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 лицевые. Раппорт связали. Изнаночная для симметрии, кромочная, изнаночная. Так, у нас с вами 16-й ряд. Вяжем, как смотрят петли. как смотрят петли. И не забываем про 2 лицевые, которые вяжут накид, 2 вместе изнаночные, да, над ними, как смотрят петли. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром, растягиваем, активно растягиваем наш образец, даем ему высохнуть. Так, края тоже надо. Делаем сами замеры ширины образца, высоты образца для плотности. Значит, прикладываем линеечку. Так. В общем-то, это 15,5. Так, ну, в общем-то, у нас тут, видите, элемент резиночки небольшой присутствует, да? Все-таки, девочки, 15,5. Мы набирали с вами 28 петель. Делим на 15,5. Это будет 1,8 плотность. Запишем. В 1 сантиметре 1,8 петель. Теперь, что касается вертикальной плотности. Для этого давайте замеряем высоту образца. Тоже 15,5, по-моему. Нет, 15. Так, 15. И сколько рядов? Я связала 2 раппорта в высоту, да? И у меня здесь 41 ряд. Я не связала последний ряд. 41 ряд поделим на 15. Получим 2,7 плотности по вертикали, да? Запишем. В 1 сантиметре 2,7 ряда. Вот такая вот у нас получается история. Сейчас нам понадобится выкройка для расчетов. Вот так будет выглядеть наша выкройка, с которой предстоит нам поработать сегодня. Значит, у меня здесь 6 размеров. Первый размер 46-48, второй размерчик будет 50-52 и третий 54-56. И начнем, конечно же, как всегда, с набора петель. Сколько петелек будем набирать по спинке и переду. Начинаем. Значит, берем нашу с вами ширину 51,5, умножаем на нашу плотность 1,8. У нас получается 93 петли. Пишем 93. Пока такой черновой, девочки, вариант. Дальше идет 57,5 умножить на 1,8 плотность. Это будет 104 петли, запишем. Так, третий размер 62,5 на плотность 1,8. Это будет 112 петель. Так, отлично. Следующая наша задача необходима, ну там 112, 113, пока черновой вариант. Теперь все эти цифры будем делить на число петель в раппорте. У нас 25 петель было в раппорте. Делим. Так, делим. 93 делим на 25. Это будет 3 полных раппорта, девочки. Плюс не забываем, что по схеме у нас с вами для симметрии будут добавляться с левой стороны всегда вот эта ажурная дорожка, да? И мы посчитали уже петельки, я говорила, 8 их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вот эта ажурная дорожка на 8 петельках будет у нас присутствовать в узоре всегда. Плюс 8 для симметрии, да? То есть смотрите, что у нас должно получиться с вами. 3 раппорта по 25 петель. Это будет 75 петель. Плюс 8 петель для симметрии. Ой, так, 8, так, 75 плюс 8. 83 петли будет задействовано в нашем узоре. Рисуем схематично, как я это всегда делаю. Смотрите. Вот таким образом рисую три раппорта. Да? У нас три раппорта. Значит, первый раппорт идет. Раз, два, три. Три раппорта по 25 петель. Распределяем петельки. И 8 петель слева добавляем по схеме для симметрии. Вот у нас с вами 83 петли сейчас уже задействовано. А нам надо, чтобы было 93 петли. Для этого добавляем 10 петель справа, значит, 5 петель справа и 5 петель слева. У нас еще не учтены кромочные. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. Получается 4 петли лицевой глади. Справа 4 петли слева. Вот такой расклад узоров. Кстати, на схеме здесь тоже показано 4 петли. Раз, два, три, 4 лицевые. Видите, да? Так, вот такой у нас с вами симметричный расклад получился на 46-48 размер. Теперь, что касается размерчика поменьше, например, на 44-й, да, ну, девочки, не добавляйте эти 4 лицевые и вяжите вот на 83 петельках. Я вам скажу, какая будет ширина спинки, да. Но там не 83 будет, а 85, потому что еще 2 кромочные. Вот смотрите, сейчас я 85 поделю на нашу плотность 1,8. Это, девочки, будет 47 сантиметров. Это как раз 42-44 размерчик, да? Вот, пожалуйста, имейте это в виду. Я это в описании не буду указывать, но вы имейте в виду, что достаточно 85 петелек для маленького размера, самого маленького. Так, теперь нас интересует второй размер, 50-52, и мы с вами, у нас получилось 104 петли, мы делим также на 25, 4 раппорта у нас получилось, да, плюс 8 петель, так, 4 умножить на 25, это 100 петель, 100 петель, плюс 8, девочки, и плюс 2 кромочные, получается у нас очень большое количество петель. Получается, сейчас скажу, 110 петель получается, да? Вот такой, вместо 104 110. Ну, здесь какой выход? Если для вас принципиально вот эти 6 петель лишних, они вам не нужны, да? Тогда также поступаем, как в первом случае. Лицевую гладь добавляем справа и слева. И вместо 4 раппортов по центру будем вязать 3 раппорта, да? То есть, смотрите, какой будет расклад. Значит, 3 раппорта у нас идут. Раз, два, три по центру. 25, 25, 25 петель. 8 петелек у нас идет слева для симметрии. 83, да? Это петли задействовано. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. 85 задействовано. И из наших 104 петель необходимых мы отнимаем задействованных 85. 19 петель. Ну, ни туда, ни сюда. Добавляем одну петлю. И, девочки, 10 лицевых получается справа, 10 лицевых слева. И в итоге... Общий расклад у нас будет для 50-52 размера 105 петель. 105 петель. То есть одну петлю мы добавили, потому что не получалось симметрично распределить лицевую гладь. Вот такой расклад. Или 4 полных раппорта плюс 8 петель и будет 110 петель. Да? Еще вот такой расклад возможен. Распределение узоров на 50-52 размер. Теперь, что касается самого большого размера, 54-56. Значит, надо нам 112 петелек, но мы, собственно, с вами уже как бы вот 110 определили, да? Это получалось у нас 4 раппорта, 4 раппорта, плюс 8 петель для симметрии, плюс 2 кромочные, это уже 110, да? Ну и по одной лицевой мы добавим справа и слева. То есть выглядеть у нас будет наборный ряд вот таким образом. Раз, два, три, четыре. 4 раза по 25 петель, 4 раппорта, 8 петелек слева у нас добавляется по схеме для симметрии, 1 лицевая справа, 1 лицевая слева и по кромочной справа и слева. Итого получилось у нас как раз с вами 112 петель. Вот такой расклад получился. Ну, что еще? Теперь давайте пройдемся по вырезу горловины, по плечам. Также с применением плотности расчет делается. Значит, вот горловина 21,5 см. Мы умножаем на нашу плотность 1,8. Мы с вами получаем 39 петель. Грубо так напишем пока. 39. Тоже так, черновой вариант. Так. Теперь пройма. Вырез проймы у нас, глубина проймы составляет на маленький размер 6. 6 умножить на 1,8. Это будет 11 петель. 11 петель. На второй размер вам сразу скажу 12 петель. И на третий размер 13 петель. Просто я уже считала по этой выкройке. Теперь, что касается на плечики, сколько будет приходиться. 9 умножаем на плотность 1,8, это будет 16 петелек. И значит, далее мы пока не будем спешить, да, с выводами. Давайте делать такой контрольный, так скажем, вариант. Сейчас мы будем с вами проверять, сколько у нас будет петелек приходится на плечо. Следующим образом я это буду делать. 93 петли на первый размер отнимаем. Пройма у нас, глубина проймы 11,11 составляет, то есть это будет 22 петли. Отнять 22. Плечо. Не, давайте горловину. Горловина 39 петель. Получается 32 петли. И делим это все симметрично на 2, потому что у нас 2 плеча. Именно так и есть, девочки. Как наш расчет был с вами 16, да, так он и получился. 16 петель. Также плечики будем считать для другого размера. Значит, набираем мы для второго размера 105 петель. 105. Отнять. Глубина проймы для второго размера 24 петель. В сумме будет, и отнимаем вырез горловины 39. Получается 42 петли на плечи придется, и делим это все на 2. 21 петля получается. Я пишу, что это 21 петля по плечам. И третий размер у нас с вами получилось 112 петелек. Отнимаем. Глубина проймы 26 петелек, отнимаем. Вырез горловины 39 петелек, получаем 47. Вот здесь, девочки, предлагаю вам сделать 46 и на вырез горловины сделать 40 петель на третий размер. Так, то есть 46 делим на 2, на плечики придется 23 петли. В таком случае. То есть здесь у нас, видите, с одной петлей не получилось. Но мы немножечко внесли корректировки в вырез горловины. Да? Хорошо. Смотрите, у нас с вами рукав 3/4. Поэтому я смело убрала 10 сантиметров из высоты рукава. То есть здесь будет у нас с вами не 60, а 50. Да? 50 сантиметров. И смотрите, соответственно, вот из этих величин до оката, высота до оката, да, вот эти цифры стоят на 3 размера, мы будем смело вычитать минус 10. То есть будет 33, 32 и 31 сантиметр до оката. И таким же образом сейчас мы будем с вами скос считать с такой высотой. Хотите, делайте полноценный длинный рукав. Нет никаких тут как говорится, запретов, конечно же, делайте как вам угодно. Я буду делать как на модели на нашей и описание, соответственно, как на модели. Давайте посчитаем, сколько петель у нас по низу будет. По низу у нас с вами 22 сантиметра умножить на плотность 1,8. Это будет 40 петель, да? 40 петель. Нам это очень подходит, поскольку наша с вами декоративная резиночка включает в себя раппорт 2 петли всего. Вот, поэтому нам нужно четное число. Значит, здесь также будет начинаться декоративная резиночка, да, и затем будет идти ажурный узор. 40 петель набрали по резиночке, связали и начинаем с вами вязать. Это приблизительно у нас где-то там 3 сантиметра высота этой резиночки. То есть еще уменьшается, и затем идет окат. То есть вот эта величина высоты еще на 3 сантиметра уменьшается, потому что в нашей декоративной окантовке не будет никаких прибавок по скосу. Просто в высоту будет вязаться на 3 сантиметра. Без прибавок. Так, теперь самая широкая часть рукава нас интересует тоже, сколько будет петель до того, как мы начнем с вами закрывать петли в окате. Для этого мы вот эти величины, ширину нашу рукава, самую широкую часть, умножаем на нашу плотность также. 36 умножить на 1,8, это будет 65 сантиметров. Дальше, 65 петель, девочки, что это я такое? 39 умножить на 1,8, это будет 70 петелек. И 43 умножить на 1,8, это будет 77 петелек. Пока вот такой грубый расклад. Смотрите, не получается у нас. Должно быть обязательно четное число, потому что по низу четное, да? И мы с вами... Будем сейчас здесь делать 66, 70 без изменений, а здесь сделаем 76. Так, и вот так при таком раскладе вычитаем. 66 отнять 40 будет 26, да? Давайте. 66 отнять 40 по низу будет 26 и поделить на 2. У нас 2 скоса. По 13 петель прибавляем с вами. Теперь нас интересует, через какое расстояние это будет делаться. Равномерно должно и одновременно делать прибавки. Для этого нам понадобится вертикальная плотность. Мы ее тоже считали, помните, да? И смотрите, вот у нас величина 33 сантиметра высота до оката. 33 отнимаем нашу планку декоративную на высоте 3 сантиметра и получаем 30 сантиметров. Будет у нас скос на 30 сантиметрах. И 30 сантиметров я умножаю на нашу вертикальную плотность 2,7. Получается 81 ряд. Вот. 81 ряд. И нам надо на этой высоте 81 ряд распределить равномерно 13 петель. 81 я делю на 13. Смотрите, получается у нас с вами... прибавки будут идти приблизительно в каждом шестом ряду. То есть через 6 рядов я пишу по 13 петель в каждом шестом ряду. Так, далее. То же самое мы делаем и с другими размерами, аналогично. Из 70 отнимаем 40, получаем 30, делим на 2. По 15 петелек. И также распределяем. Смотрите, здесь вот если игнорировать этот 1 лишний сантиметр и сделать здесь одинаковую высоту, что я и предлагаю, да, не нужны нам вот эти вот тройные высоты всякие. Давайте также у нас будет 81 ряд высоту до оката. 81 мы делим с вами на 15 и получаем... Вот здесь такой расклад, что мы будем с вами чередовать. Будем делать прибавки то в каждом пятом ряду, то в каждом четвертом ряду. Ой, то в каждом шестом ряду, что я такое говорю. Значит, по 15 петель, чередуя в каждом пятом и каждом шестом ряду. Вот таким образом, девочки, распоряжаются у нас обстоятельством. Складывать 76 для третьего размера отнять 40, 36 делим на 2, надо будет прибавить по 18 петель. Также делим с вами высоту 81 сантиметр, 81 ряд делим на 18 петель, получаем, ну, такой же расклад, чередуем то в каждом четвертом, то в каждом пятом ряду будет делаться прибавка симметрично справа и слева по одной петле. С этим мы разобрались. И общая высота рукава, мы с вами говорили, 50 сантиметров составит, да? 50 умножить на нашу плотность по вертикали 2,7. Это общая высота рукава, то есть последние петельки рукава мы будем закрывать на 135 ряду. Вот так. То есть вот я нарисовала окончательно 135. И также, девочки, примените вертикальную плотность для спинки и переда. Обязательно руководствуйтесь именно ей, потому что после стирки изделие всегда вытягивается, деформируется, и то, что вы ожидали, не получится, если вы не будете применять вертикальную плотность. Смотрите, у нас 43 сантиметра на маленький размер до проймы, и я сейчас вам скажу, сколько это будет в рядах. 43 сантиметра умножить на вертикальную плотность 2,7, 116 рядов у нас получается. 116 рядов аналогично вы посчитаете для других размеров. У меня будет описание под видео, поэтому я не думаю, что это составит вам какие-то трудности. Поэтому, мои хорошие, обязательно корректируйте все эти размерчики под себя. Ну, а общие вот эти понятия я вам как бы изложила, надеюсь, доступным способом. Так. Ну и все, мои хорошие, на этом, собственно. Я желаю вам удачи связать этот красивый джемперочек. До новых встреч!